Короткий комментарий, пожалуйста, по сегодняшней игре. Какие основные, видите, причины по горячим следам сегодняшнего поражения? Ну, коротко скажу. Во-первых, Харьков с победой. Стыдно за такую игру нашу. Причиной поражения стало то, что мы плохо играли, ротировали в защите. И у них было очень много свободных трехочковых, которые они успешно реализовали. И наши потери, и все. Больше ничего. Ну, действительно, сегодня Запорожье немножко было не похож на себя в первую очередь в защите. Ну, видите, кто-то забивает такие трехочковые, кто-то мало. Харьков сегодня забил. И за счет этого они сделали такой гандикап, который в конце мы уже даже не смогли уже догнать. Спасибо.